Здесь вот идти невозможно. Нигде. Непролазной стала большая часть пензенских тротуаров. Редкое исключение – центр города и территория у некоторых социальных объектов. Во дворах ситуация еще хуже. Пешеходы негодуют. Очень плохой, очень плохой. Оценку коммунальщикам какую поставить? Ноль. У нас вообще нет уже. На еженедельной планерке губернатор Иван Белозерцев объявил о том, что счетная палата региона уже в ближайшее время проверит организации, которые выиграли тендеры и обязаны наводить порядок на дорогах, тротуарах и во дворах. Снег выпал, значит, тишина. Снег выпал, да, машин не видно. Только на следующий день начинает шевелиться. Мы деньги платим за это. У нас снег-то пошел совсем недавно. Вместе с тем, по прогнозам синоптиков, уже в ночь на вторник Пензу ждет похолодание и гололедица. Подробнее о том, как город намерен справляться с погодными напастями, расскажем в вечернем выпуске программы «События» на нашем телеканале.